Меня зовут Рабая Сабина, я представляю Калужскую область. Да. Это первый ли конкурс, в котором ты принимаешь участие? Да, это первый конкурс, в котором я принимаю участие. А, до этого ты чем занималась? Я профессионально занимаюсь модельным бизнесом уже на протяжении многих лет. Я работала в Европе, в Америке. Это основная моя профессия. И также мое большое хобби. А зачем вообще девушке принимать участие в конкурсах красоты? Ну, это необычный опыт. Это классное времяпрепровождение. Мы приобретаем много нового для себя, что мы можем использовать в дальнейшей жизни. Мне, как модели, это дает новые знания, которые я могу применить в своем бизнесе. А как фирма, что нравится, какие ожидания будут? Атмосфера абсолютно позитивная. Я волновалась, потому что 50 девушек, все мы многохарактерные, все мы разные. И в итоге, наоборот, все складывается как-то очень позитивно. Все стараются друг друга поддержать. Если кто-то что-то забыл и не привез, мы делимся, помогаем, поддерживаем. Также у нас был вот сейчас конкурс талантов. Каждая, что могла, подсказывала и помогала. Это реально круто. Что бы ты в первую очередь принесла бы в этот регион? Калужскую область. Тема, которая меня волнует, даже не то чтобы Калужская область, а которая происходит в мире, это тема переработки пластика и чрезмерное его использование. Я бы направила свои ресурсы в это отношение, потому что природа гибнет, люди страдают, и дальше ситуация будет ухудшаться, если уже сегодня мы не займемся этим вопросом. И напоследок. Ты побеждаешь, корона твоя. Что дальше? Как бы ты хотела, чтобы твоя жизнь изменилась? Ну, в первую очередь, я хочу достойно нести свой титул, потому что это большая ответственность, и в последующий год достойно представить Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» или «Мисс Мира».